Муртазали, Патимат, разговор тяжелый, поэтому простите, что мы сегодня вас опять тревожим этими событиями. Я хотел бы еще раз принести вам свои соболезнования по поводу потери детей. Здесь одно может нас объединить в понимании. Я тоже знаю по себе, что такое терять детей. Хотелось бы в этом отношении только каким-то образом вас укрепить и поддержать. Сегодня, являясь исполняющим обязанности главы республики, я понимаю, что ваше горе, оно в определенной степени стало горем всех дагестанцев, которые, к сожалению, вот за эти смутные времена потеряли детей. Но жизнь продолжается, жить надо. Я никоим образом не призываю забыть о том событии, которое произошло. Это невозможно. О том, что время лечит, говорят только те люди, которые сами через это не прошли. Время не лечит. Время, наоборот, только дает возможность, вы меня поймете, о детях вспоминать так, что вот если бы это было сегодня, ему было бы 20, а ему было бы там 25, а, наверное, он бы уже обзавелся семьей, наверное, у нас были бы уже внуки. Я это прекрасно понимаю, и поверьте, что чем дольше мы с вами будем жить, тем больше у нас будет вот таких эмоций. Потому что детей, которых рядом нет, они все равно рядом с нами. Они все равно рядом с нами, они живут. Мы думаем, что вот сегодня, наверное, так бы было, а завтра так было. И в этом смысле это хорошо, что мы помним, а пока мы помним, они живут. И сверху смотрят на нас и думают, наверное, о том, что мы, наверное, тоже в этом отношении укрепляют и поддерживают нас. Я хочу вам на сегодняшний день вот предложить следующее. Не как глава и не как руководитель, просто как человек, который тоже понимает ваше горе и разделяет его. Давайте мы будем дальше жить, а я вам буду стараться помогать не только там морально преодолеть какие-то вещи, но и если будет необходимость каким-то образом укрепить вас, потому что возраст идет, мы все уже не молодеем, была бы опора на детей, они бы помогали. Давайте сегодня я в какой-то степени вот в этом отношении попытаюсь эту помощь организовать. У меня есть хороший друг, товарищ Хизри Магомедович, он тоже здесь присутствует не как должностное лицо. Вот, а как человек, который искренне может вам помочь. Поэтому если мы с государственным секретарем, с Хизри Магомедовичем, как с человеком, в этом отношении попытаемся вам помочь и быть опорой в тех вещах, где вы могли бы сегодня рассчитывать на детей, рассчитывайте на нас. Он озвучил какие-то вопросы. Написал, что мы можем, и так же, как они откроют свой фонд, я сам все это будет многим людям помогать. Сам позарабатывал, поэтому по списку то, что мы можем сделать, мы сейчас сделаем, и фонд поможем открыть. Да, Юрий Ильич, тогда надо будет подключить там район, потому что есть какие-то вещи, все, где, да. Ну, где силы, да, какие-то. Я думаю, что там нерешенных вопросов не будет. Если будет возможность, вернее, если вы не будете против, я где-то весной подъеду к вам, мы посмотрим. И заодно посмотрим, как вопросы будут решаться. Просто сейчас. Хорошо? Мы очень благодарны, Сергей Алимович, вам. Единственный человек, который нас принял в этом здании. Это вы. Мы очень благодарны. Просто слов нет. Мы очень благодарны, что такой теплый прием вы сделали для нас. И мы
просим вас, чтобы вы приехали к нам весной как раз. Там сад сделал. Если вы можете приехать по одной деревья посадить, это вообще было бы для нас. Дай Аллах вам здоровья. Спасибо. Да, поставьте.